мы начинаем с фразы Do you really want to test me? На test me мы делаем test me. Далее у нас идет два акцента от себя. Так, да. Удар кулаком или большим пальцем за себя, голова уходит в бок. После чего на последний счет мы кладем руки на пояс. Дальше на счет раз мы делаем волну назад и опускаемся, сгибая колени и опуская корпус на прямую линию, то есть от плеча до колена ровная прямая линия. Голову назад вы убираете, держите ее ровно. Далее головой мы делаем с вами небольшие круговые движения. Они выглядят как удары в сторону, но все-таки они немножко идут через круг. И получается, мы начинаем делать на счет 3 и делаем 3, 4, 5, 6, 7, то есть 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Также они помогают себе ножкой, топая. Иногда левой, иногда правой. Суть в том, что здесь немножко есть вот этот вот акцент. Итак, у нас Do you really wanna test me? Бум. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И на акценты мы делаем слайд вперед на правую ножку и три раза рукой. Раз, два, три. Можно делать одной, можно делать раз, два, три. Без разницы. Три акцента на зрителя. Дальше мы садимся. Под танец садится вот таким образом. Сама Джесси часто садится вот так. Выберите любую позу. Бьем руками вперед. Пам, сброс. Пам, сброс. Попытайтесь еще раз представить правильный зуб. Раз, два, три, четыре. Встаем боком сюда, поворачиваем голову. Топаем ножки, подставляем ее себе, на это движение рука открывается. Делает прокрут за голову. И дальше уходит, вот рука возвращается сюда. И мы с прыжочка идем вот в такое положение. Сначала в этой диагонали. Мы делаем прыжок на две ножки и дальше идем справа. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И закончить должны на правую, потому что дальше у нас будет вес на левую. На правую, на левую. Что делают руки? Руки накидываются сверху. За два счета идут вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть опуститься вниз они должны за два счета. Не надо растягивать их на все четыре. За два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Каждый раз, когда мы наступаем на стопу, коленочки чуть колышутся вовнутрь. Сама Джесси иногда делает это прыжочками. То есть это тоже допустимо. Вы можете делать это и прыжочками, если вам нравится. Четыре счета в эту диагональ, четыре счета в эту диагональ. Итак, да-да-да-да-да. Вернулась рука и мы прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На левую рука сбрасывает сюда. Сюда, так, так, два раза акцент назад. И сразу на широкие ноги руки опять собрали здесь. Голова идет в наклон. После этого мы начинаем прыгать с ножки на ножку, перенося вес на левую. Первый раз мы бьем правым плечом, у нас одна рука внутри, вторая сзади. Мы бьем раз, и второй раз сбрасываем руки вниз. Опять раз, сбрасываем руки вниз. Получается два раза. Раз, пам, так, там. Дальше бэйби, голова, бэйби. Опять акцент от себя, пум, назад. Соберем сейчас все это медленно под счет. Пять, шесть, do you really want to test me? Та-ра-та-ра-та, бит, семь, восемь. Раз, два, три, четыре,